зародилось очень быстро. Как-то вечером я наткнулся на видео, где был показан вездеход с двигателем от Днепра. И решил, а почему бы и мне не построить такое чудо. Дальше в поисках различного материала обзвонил всех знакомых. Получил раму от Урала, Жигулевский мост и еще много чего. Погуглив, как сделать приводные звезды, траки, гусеницы, приступил к работе. Первым делом нужно было изготовить гусеницы. Далее наварил пару листов металла, и можно устанавливать сиденье. Двигатели и КПП в вездеходе от ВАЗ-2108. После всех работ пора бы и покрасить. Цвет выбрал песочный. Вездеход получился отличный. Подъем в 50-60 градусов, болото, снег – все нипочем. Вездеход успешно продан за 120 тысяч рублей. Со слов владельца. В связи с большими жизненными изменениями пришлось продать вездеход. Смешанные чувства. С одной стороны грустно, с другой радостно, что он попал в хорошие руки. Что получилось в итоге? Я получил бесценный опыт, который поможет мне в дальнейших проектах, а это, как говорится, уже совсем другая история. Вот такой вот удивительный вездеход «Арматура». ВАЗ-2108 «Танк». Этот автомобиль очень хорошо известен среди пользователей Drive2.ru как самодельный проект. Но где же вы такое увидите? ВАЗ-2108 на гусеницах. Владелец этого ВАЗа Дмитрий Сергеевич Орлов. Настоящий поклонник танков, захотел покорять пересеченную местность на гусеничном ходу, и у него это получилось. Владелец купил траки, профиль, остальное в гараже уже было. Гусеницы на восьмерке выполнены из уголков и профилей, собранных на трассу. Также сделаны накладки из нанополимера. Накладки служат для увеличения ресурса гусениц, снижения шума при передвижении техники и сбережения покрытия дорог. В данном авто был установлен двигатель ЗМЗ В8 КПП РКП УАЗ. После владелец установил двигатель 1UZ за 150 тысяч рублей. И не собирается останавливаться на достигнутом. Постройка танка из ВАЗ-2108 не закончена. Дмитрий еще не раз удивит всех своим проектом. Вездеход «Одинокий волк». Сын владельца вездехода выложил информацию о их проекте в интернет. Со слов сына. Постройку вездехода отец начал в далеком 2014 году. В 2016 году был первый выезд, а в 2017 постройка вездехода была практически закончена. Вездеход гусеничный, возможно, будет плавать. Двигатель, КПП и мост – классика. Поворот выполнен на дифференциале. Гусеницы нигде не покупали, сделали самодельные. В вездеход установлен бензиновый двигатель 1.6 на 75 лошадиных сил. Первым делом начали делать подвеску и примерку всех деталей. Также сделали крепление для коробки и укороченный кардан. Ведущая звездочка сделана из обычного диска от ВАЗа с приваренными штырями. Вот такая часть гусеницы получилась. Резина от УАЗа, треки самодельные из квадратной трубки, прессованы с помощью самодельного штампа. Прикручено все на болты с заваренными гайками. Решили сделать небольшой кузов. Стекло с рамой от ОДы, дворники от Москвича. Панель уже приобретена от ВАЗ-2107. Печка оттуда же, со всеми воздуховодами. Также сдвигаются сиденья, меняется педальный узел и поменяется полик. Владелец хочет установить фанеру, она жестче. Установили задние фонари. После испытания вездехода решили поставить вторую КПП в качестве понижающей. Теперь вездеход имеет 16 скоростей. С окончанием всех работ вездеход покрасили в зеленый цвет. Вот таким получился вездеход «Одинокий волк». Видео или статью про самодельные вездеходы отыскать не составит труда. Ими переполнен весь интернет. Также самодельные изобретения часто показывают по телевидению. YouTube переполнен короткими видео про самодельную технику на гусеницах.
Танки снега не боятся. Точно так же в ноябре прошлого года, когда город занесло снегом, а Мич Андрей Романов чистил улицу возле своего дома в частном секторе. Тогда люди не дождались помощи от коммунальщиков, и Андрею пришлось завести свою ласточку. Утром вышел, собрался ехать на работу. Смотрю, снег идет, да и снег идет сильный. Нашел под снегом старую железную дверь, быстренько сюда ее приварил, паркопу, простейшим способом. Вот, получилось вот такое вот снегоуборочное средство. Убрать снег, привезти дрова, вытащить застрявшую машину. Андрей говорит, его УАЗ на гусеницах в хозяйстве универсален. Главное, он, как настоящий танк, не боится бездорожья. Собрать домашний вездеход Андрей задумал 2 года назад. Подсмотрел идеи интернет-умельцев. Только вот у него, в отличие от других кулибиных, не было ничего, кроме старой девятки и желания. Пришлось пустить в ход запчасти от разных автомобилей, металлолом и даже собрать станки. А дальше дело техники. Собрать платформу и установить девятку на гусеницу. Справился за зиму. Большая часть времени ушла на расчеты. Обошелся вездеход в 300 тысяч рублей. Андрей говорит, теперь в его планах собрать квадроцикл для детей и привлечь других кулибиных к своему хобби. Машину легче было сделать, чем гусеницы. Каждый фрагмент этих гусениц сделан вручную. На обеих 160 траков. Это железные пластины для сцепления с дорогой. Их Виктор Сенников также варил специально. В продаже таких не найти. Колеса раньше служили подвеской, девяткам и десяткам. В целом, для этого вездехода использованы детали более 10 машин. И эксперименты не прекращаются. Первый раз выехали, он плохо поворачивал. Пришлось переделать барабаны, тормоза выбросить, поставить дисковые. А такие здесь только корпус, двигатель и коробка передач от ВАЗовской классики, задний мост от Нивы. Самодельная лебедка поднимает и опускает ковш. Как результат, гусеничный вездеход маневренный и привлекающий внимание. Сам конструктор, в прошлом водитель, без опаски лавирует среди припаркованных машин. Здесь его детище хорошо знают. Каждое утро вездеход выезжает на борьбу со снегом. Любители фильма «Назад в будущее» давно заметили сходство соликамского изобретателя с профессором Брауном. Правда, Виктор Сенников бросает вызов не времени, а самому себе. Я еще не делал гусеничные никогда. Все делал, много чего делал. И пневматики делал. Да чего я только не делал. Он научился ездить, ездит. И не просто ездит, с легкостью преодолевает бездорожье, а в скором времени начнет плавать. Объем днища позволяет поднять более 2 тонн. Ну, а пока это еще будущее. Данное транспортное средство с легкостью преодолеет болото, а надетые на него чехлы в виде гусениц тракторных покрышек будут служить этому интересному вездеходу лыжами. Да, молодец изобретатель! А вот парень, которому просто надоело чистить снег. И он решил изобрести вот такой вот трактор, чтобы передвигаться по переметам. И очень даже успешно. Надо добираться до работы через лес и чащу? Этот самодельный агрегат точно для вас. Да, едет не быстро, но зато вы с легкостью доберетесь до места назначения. Каких только самоделок не делает народ. Это и зимние велосипеды, гусеничные скоростные игрушки для детей. И это только техника, построенная на гусеницах. Сколько же еще есть различных самодельных агрегатов? Если вам понравится этот ролик, то мы обязательно в скором времени выложим видео про самодельную колесную технику. Больше информации по всем проектам ищите в описании под этим видео. Ну и на этом все. А какой самодельный вездеход понравился тебе? Обязательно пиши свое мнение в комментариях. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.